Випадкова зустріч і думка пересічної українки, яка народилась на Донбасі, неабияк як вразила нашу редакцію. Жінка понад 20 років мешкала в Ізраїлі, нині повернулася в Україну, а саме до Львова. Як каже сама жінка, цей поклик серцю відчула, коли у нашій країні Росія розв'язала війну на Донбасі. Які думки у донеччанки про події на Сході вона розповіла нашій знімальній групі напередодні концерту «Екран Ельзи» у Львові. Я сама-то, мы сами из Донецкой области, где происходит вот это вот все Ордло и все эти события. Вот. И когда это все случилось, естественно, я стала патриотом Украины. И все 5 лет переживаю. В общем, я настоящая жида-бандеровка, будем говорить так. И поэтому слава Украине. Я надеюсь, что в Украине все-таки будет все хорошо. Я хочу, чтобы Украина стала процветающей страной, чтобы она вошла как полноправный член ЕС, чтобы вступила в НАТО, чтобы могла защитить себя от этих уродов, идиотов, другого не могу сказать, оружием снабжает Россия, Путин, причастен к этому, и поэтому другого отношения не может быть у нас. И я просто, в общем, для меня эта страна не существует, несмотря на то, что я говорю по-русски.